ситуация на рынке труда постоянно меняется, но есть такие профессии, которые остаются в топе самых востребованных на протяжении многих лет. В первую очередь это рабочие профессии. Сегодня в Югре особым спросом пользуется вакансия водителя. Почти 3500 вакансий. Значит, по данной профессии требуются, как правило, водители первого класса с категории ДЕ, с допусками перевозки опасных грузов. Водительское удостоверение есть у каждого третьего югорчанина. По словам специалистов, соискатели регулярно интересуются вакансией водителя. Заработная плата в среднем по округу около 40 тысяч рублей и варьируется до 100, в зависимости от организации и стажа работы. Но у большинства желающих нет полного пакета документов, а именно свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса и необходимой водительской категории. А без документов, подтверждающих профпригодность водителя, путь на дороге Югры закрыт. Когда мы пассажиров берем, мы как-то отвечаем за их жизнь, здоровье, 100% гарантия, что доедем до конечного пункта назначения. Среди популярных вакансий в Югре сегодня – повар, машинист, слесарь и токарь. После рабочих вакансий в рейтинге востребованных – строительные. Несмотря на то, что за последние 2 года их популярность на порядок снизилась, вакансий архитектора, каменщика и маляра это не коснулось. Впервые, можно сказать, вот если говорить об изменениях, у нас порядка 9% потребность в инженерах. Раньше, будем говорить, такой потребности не было. А потребность в компетентных учителях и воспитателях была всегда, особенно в труднодоступных поселках Югры. Специалисты говорят, в последнее время к педагогам предъявляют все больше требований. Малейшие изменения в законе об образовании касаются каждого. А потому соискатели на эти вакансии должны быть готовы к тому, что придется стать частым гостем на курсах повышения квалификации. Но, по словам педагогов, это пустяки. Каждый день перед ними стоит еще более сложная задача. Вот когда мы начнем понимать, что перед нами люди, не просто ученики, которых нужно чему-то научить, а люди, от которых, точнее, и от нас зависит их будущее, от нас зависит их сегодняшнее настроение, от нас зависит качество знаний, естественно. От образования перейдем к медицине. За последние годы резко увеличилось количество частных клиник и медицинских центров, поэтому и специалистов требуется все больше. Сегодня в Югре особенно востребованы врачи узкой специализации – офтальмологи, педиатры, хирурги, нефрологи и стоматологи. В Югре эти профессии высокооплачиваемые. Все профессии важны, все профессии нужны. Эти строчки из детского стихотворения будут актуальны во все времена. Какую бы профессию вы ни выбрали, важно, чтобы в комплекте с дипломом, квалификацией и стажем работы шла ответственность и добросовестность. Это оценит каждый работодатель.